Все-таки мы теряем сразу несколько фаворитов. И стартовавшего с полпозиции Райана Хантера, который наибольшее количество кругов в этой гонке возглавлял пилотон. И, скорее всего, кстати говоря, именно он запишет свой актив бонусное очко за наибольшее количество кругов лидирования. Выбывает из борьбы также и здесь Тони Канаан. Повреждена подвеска очень серьезно на его машине. И мы видим разочарование, конечно же, Сары Фишер. Да, вот так вот неожиданно у нас развиваются события в этой гонке. Джозеф Ньюгарден также выбывает из борьбы, который вернулся после своего пит-стопа впереди Райана Хантера. Хантер пошел в атаку. Попытался он воспользоваться прогретой резиной, но...